На брифинге Народно-демократической партии Узбекистана председатель Центрального совета партии Улугбек Инаятов проинформировал собравшихся об итогах выборов. Согласно представленным Центральной избирательной комиссии, предварительным результатом выборов Народно-демократическая партия Узбекистана получила 20 мест в парламент страны. В соответствии с пропорциональной системой наша партия собрала 17,1% голосов электората. Конечно, результаты выборов – это выбор нашего народа. Исходя из наших идей по реализации сильной социальной политики, мы намерены твердо придерживаться нашей позиции и воплощать в жизнь поставленные задачи. В ходе брифинга отмечал, что полученные результаты являются показателем доверия электората к партии и что партия намерена использовать все свои силы и возможности для реализации обозначенных целей и задач, изложенных в ее предвыборной программе. В завершении председатель Народно-демократической партии Узбекистана поблагодарил всех за активное участие на выборах.